Вот такой стенд могли видеть на этой неделе мытищенцы в одном из торгово-развлекательных центров городского округа. Здесь под символическими елками любой желающий мог оставить новогодний подарок для детей-сирот. Причем ничего сверхъестественного, чтобы стать участником региональной благотворительной акции «Добрая елка», так называется это мероприятие, не требовалось. Просто принести его сюда, я запишу этот подарок, после положу в нашу чудесную коробочку. Также предложу нашим участникам акции написать на открытке пожелания. Мытищенцы с удовольствием примеряют на себя роль Деда Мороза, говорит волонтер Владислав Черный. Оставляют возле стенда благотворительной акции «Добрая елка» игрушки, канцелярские товары, книги и сладости. Посильную лепту в это предприятие на днях внесли и участники молодежных объединений городского округа Мытищи. Сегодня управление по работе с молодежью совместно с своими подведомственными учреждениями, это молодежный центр «Маяк», дворец молодежи «Звездный», и молодежными организациями, которые у нас на территории, это молодежный совет, мудическое отделение молодой гвардии, молодежный парламент, пришли сдать подарки в рамках акции «Добрая елка». Всего в Подмосковье с 16 по 25 декабря работали 5 таких точек. Городской округ Мытищи помогает реализовать региональную благотворительную акцию «Добрая елка» второй год подряд. В этот раз за 10 дней мытищенцам удалось собрать почти 150 подарков для детей-сирот. Акция хорошая, интересная, чудо бывает, и вот я думаю, что детишкам это приятно. Все собранные в Мытищинском торгово-развлекательном центре подарки вместе с Дедом Морозом волонтеры отвезут в детский дом и другие социальные детские учреждения, расположенные на территории нашего муниципалитета. Надежда Трифонова, Константин Химичев, информационная программа «День».